Все. А теперь давайте. Булки сжали и красивый бой скатали. Так, что у нас тут? Смотрите. Ситуация кардинально иная, нежели в прошлом сражении. Тут мы типа в топе. И тут тогда мы можем включить свою... свою борзоту на максимально. Если нас не зафокусит, то может получиться весьма миленько. Фугасы, наверное, даже не буду сюда заряжать. В этом бою они мне могут и не пригодиться. Что у нас тут? У нас, по-моему, желающий получить пачку... Да ёпарасоте, серьезно. Вот не показывала, не показывала. Я думал, то, что мне нечего бояться, нечего... Это... То есть, вот видали, да? То есть, я его реально мог шотнуть. Не было у меня вот этого момента, что показано, что там опасность в гору выстрелить, все дела, ля-ля, тополя. A few moments later. Очень странный, конечно. Он решил поиграть в игру очень интересную и странную. Ох, Истомин, смотрите, смотрите. Обиделся, пытается мне всадить. Я сейчас ему обижу. Блин, вот лучше бы, да, за бортами свои смотрел. Пока пытался на меня развернуться. Да, давайте через лево. Хотя нет. Тут нормально, через право может получиться. Вот как и говорилось. То есть, вот за что я люблю бронебойщики. Вот. Вот хорошо же прилетает, согласитесь, на цитаделях. Вот, вот Цируль, вот если бы я не был бы таким, это, настойчивым, вот мы бы этого сейчас не увидели. Подумали бы, что и вами ни хрена не может. Ну и, конечно, он не может, когда в бою с суперами остается, но... есть же и другие сражения. Точку сейчас захвачу. Жалко, что Амалфи решил. Хотя, ладно, с другой стороны, мне же больше достанется. О, еще один, знаете, претендент на премию. Ах, нет, он останавливается и нихера не получит. Повезло ему. Или мне не повезло. Назад что издает? Ты серьезно, что ли? Я херею, блин. Вот это он самоуверенный. Знаете, это уровень уверенности, к которому я стремлюсь. Вот так вот. У него линкор рядышком залп положил. Он такой... Даже не знаю. Стоит им мне отступать или не стоит? Так, давайте-ка мы... Белки в глаз, сможем мы? Хе-хе! Или не сможем? И вами, кстати, точность есть. А вот Гитфана нет. Ситуация. Ну-ка, ну пожалуйста. Гребаные сквозняки картонные. Охренеть!
Блин, а у Миссури наоборот, смотрите, дефицит уверенности в себе. Фугасами меня пытается забрать. Восторг? Я, пожалуй, пришло время хилку съесть. Так. Да ёгрёная Матрёна! Ну почему я не попадаю? Ну вот я не люблю, это к вечеру я начинаю хернёй заниматься. Но это вот реально на 10 километрах, ребят, пацаны, я не могу в борт попасть. Это просто... И это не корабль виноват, это я. Это виноват чисто я. У нас нет никаких релессов, да? И гапов нету никаких. Хорошо, что у него тоже нету. О. Ну выстрели, пожалуйста. Очень надеюсь, что он не успел торпеду скинуть. Помните, что я говорил, да? То есть про второй этап сражения. Что у нас есть? Чего нету Миссури? Правильно, тактического мышления. Но он начинает убегать. Окей, убегай, давай. Я знаю, что делаю. Alright. Отлично. Разворачиваешь весь борт. Оу. Слушайте, хотел сказать я, что я тут умный, но охереть, я умный. Он тоже, кстати, могёт. Ладно. Все, больше не будем такой. Ёп, макарек. Ну, это мы, конечно, попали. Ну, все, я попал. Блин, ладно. Окей, я ло. Я попал в неприятность. Только авик, спасибо, помогает. Да ёб макарёк. Вы чувствуете этот запах имбы? Вот он прям нужен был после прошлого сражения, где нас супер накидывали. На меня. Он рядышком, прям рядышком.
Шик, блеск, красота. Вот этим нагата отличается от амаги. Нагата в нос можно, а амаги нельзя. Знаете, чисто технически я мог торпеды реализовать. Хотя технически я все еще могу. Нет, не могу. Ой, слушайте, до Кракена-то осталось совсем херня. Блин, если я возьму Кракен, это будет очень... очень сложно потом не использовать этот ролик нигде. Какая интересная у Каги раскраска. Я реально не знаю, что это за раскраска. Но мне очень хочется... чтобы нам что-нибудь выпало хорошего, да! Кто молодец? Я молодец. Кто хороший бой сыграл? Я хороший бой сыграл. Ну все, ребят, ну вот... вот сруль, ну вот... серьезно, ты хотел всех нас лишить вот такого боя? Не нужно там топ-1, не нужно топ-1.